Ирина Уланова обнаружила кошку, когда возвращалась домой. Сначала девушка заметила хвост, лежащий на лестнице. А уж потом услышала его обладательницу. Малышка пряталась в углу в подъезде и громко плакала. Когда она встала, у меня вообще шок начался, то, что прям похоже по органу это все. Как можно просто взять и бросить? Если уж ты сделал больно, отвези, помоги. В кратчайшие сроки мы отвезли котенка в ветеринарную клинику. Девочка совсем не сопротивлялась. Было видно, животное напугано и обессилено. Это подтвердили и в больнице. Кошка истощена и потеряла очень много крови. Чудо, что она до сих пор жива. Ой, худая какая. Теперь уже сложно сказать, как кошка получила такие повреждения. Ясно лишь одно – травма механическая. Постарался человек. Сейчас только зачистка раны была. Первая хирургическая зачистка раны. Освобождение от каловых масс, потому что там все это в гною было. Вот. Сейчас просто это все чистенько. Нужно будет промывать это все. Пока слабое. Тяжелое. Животное тяжелое. Травму кошка получила несколько дней назад. По меньшей мере неделю пушистый комочек умирал медленной, мучительной смертью на улице, без возможности передвигаться, пить и есть, в то время как люди просто проходили мимо. Этот случай наглядно показывает, какими жестокими и бессердечными могут быть люди. Ветеринары не дают никаких гарантий. Шансов выжить у пострадавшей кошки немного. Сейчас ее на передержку забрала девушка, которая выходила не одно бездомное животное. Если вы хотите ей помочь, звоните по номеру 400770. Эльвира Сафиуллина, Евгений Лызаев, новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».